связывает крепкими узами и возбуждает, как разделенная любовь волнует горячую твою кровь. А когда исчезает твой враг, то некому строить козни. Мрак, в сердце нафиг пустота, ушла страсть, тотально немота. Так что лучше, любить или ненавидеть? Выслушать прежде другого, чем высказать свое слово. Выяснить прежде, чем судить. Понять прежде, чем решить. Так что лучше, говорить или молчать? Помни, в любом человеке заложено хорошее и плохое. И в коем веке сказали, что лучше молчать, как камбала рыба, чем тараторить в стиле Хлестаковского пошиба. Вопрос интересный, из кого же начать? Кому-то наглухо, а кому-то начхать. Нет более подходящего, подручного металла для заклепок рта, чем золото, а его так мало. Так что же лучше? Пусть говорит или замолчит. Так что лучше, любить или ненавидеть? Так что же лучше, говорить или молчать? Нет более подходящего, подручного металла для заклепки рта, чем золото, а его так мало. Пусть говорит или замолчит. Так что же лучше, любить или ненавидеть?